Пока вы, значит, там сидите и ждете нас, а мы здесь ездим булочки кушаем. А как его есть, ребята, вы не знаете? Как его есть этот? Я говорю, буду ничего рулить. Вот ты! Что было? Салат! Салат! Йо, ну-ка! Что за... Шеф, трогай! Поехали! Трогай шефа, а то там теща ждет, а мы здесь катаемся. Теща там нас уже проклинает. Ручник сними, на! Снимай! Шофер с тебя, как с меня балерина. Я вам пишу. Все, едем на карьер. Ну что, дорогие друзья, всем привет, всем здравствуйте. Новый день, новый ролик. В общем, выбрались мы немножко посидеть в Сосновый Бор. Значит, мы вот в Сосновом Бору, рядышком озеро, как вы видите. С нами, значит, сегодня теща. Теща, помаши ручкой. Но, в общем, давно вы ее не видели, все соскучились. Вот, значит, сегодня с нами еще одна маленькая худенькая девочка. Привет. Тебя как зовут? Вероника. Еще сегодня с нами, значит, да. Значит, мы сегодня... А тебя как мальчик зовут? Егора. Вот, ну вы его уже видели, наверное, много раз, так что у нас сегодня мероприятие: шашлыки, стрим, казан, будем в казане готовить, танцы. Вот. Все как полагается. Взяли лодочку, будем купаться, плавать. Вот. Мама не может, мама с Людой, с дочерью не могут наговориться. Давно не видели. Обсуждают вас, короче, они за кадром. Так что вы им напишите комментарий. Лайк поставьте, подпишитесь. Да, вот. Да, сыночка, ты готов идти купаться? Да. Че, пошли купаться сразу? Ну все, погнали, раздеваемся. Пойду, ребятки, я искупаюсь, занырну. Че там как? Хорошо. Да, ну я... Шапочку-то снять надо, но... Да. На, держи мою. Мне еще очень холодно. Ходи, смотри. А как же тебе? Хорошо, ребята. Класс. Собирайтесь и купаться, газуйте. Стесняйтесь. Баба, меня покажи. Стой. Тебе видать. Все, ребятки, пошлите растапливать мангал, жарить мясо по 100 грамм за отпускные. Погнали. Значит, маленечко, ребятки, дровишек наколем. Так, значит, будем бич-боршмак готовить в казане, ребятки. Сейчас растопим. Сейчас мы его растопим. Все это дело. Костер готов. Мангал разогрет. Наливаем масло, ребятки. Маслица наливаем. Грамм 300. 400. Раскаляем масло, значит, и обжариваем первым лучок. Вот, грамм 300 я где-то налил, хватит масла. Так что сейчас мы раскалим масло и будем засыпать лучок. Засыпаем.
кусок поджарился. Сейчас мы его извлекаем. И следом картошечку сейчас сюда будем отправлять. Жар сильный, да? Вокруг. Поэтому печка удобнее, когда вот печечка также. И все это в печечке готовится, а не на треноге. Дым тут все это. Так что сейчас также поджариваем до золотистой корочки и вытаскиваем. Следующее будет мясо. Мясо будет также до золотистой корочки. Овощи. Овощи все будут до золотистой корочки. Потом все сюда водички добавляем, 15 минут тушим, и все готово, все прекрасно. Поехали. Кошечка тоже у нас подошла почти к готовности. Ну, половину в готовности. Сейчас мы ее также извлекаем, картошечку сюда, чтобы маслица маленькая. Вот она такая, ребятки, получилась. Румяненькая, золотистая корочка. Красный, хорошо. Сейчас будем овощи жарить. Чесночком. Вкусно, да? Сейчас чесночок выточим так, а то он совсем полностью сгорит. Все. Теперь закидываем другие овощи. Что у нас здесь состав какой? Перчик зеленый, перчик красный, баклажан, морковка. Да вываливай все сразу. Во, все прекрасно. Все, это совсем маленечко обжариваем и вытаскиваем. Закидывать будем мясо. Смотрите, не переключайтесь, ребятки. Лайкос вас, с нас видос. Так, время прошло, минут 15, где-то 20 прошло. Вытаскиваем овощи, их не надо доготавливать, а то они потом вообще как каша становятся. Вот дым идет. Я думаю, прям такое и пойдет все это дело. Больше не надо жарить, лучше она пусть маленечко будет сыровать. Ну, не будет сыровать. Ну да. Да это можно же и все и так есть. Оно никогда сырым не бывает. Это уже спелые овощи. Так что сейчас мясо. Вы, значит, не это. Еще. Мясо. Что это еще вон там? Огарка вытащили. Мясо засыпаем. Обжариваем до золотистой корочки. Бригада вся на связи. Все проголодались после купания. Мяско, ребрышки взяли. Высыпаем. Оп. Все. Все. Все прекрасно и хорошо. Так, ну что у нас, ребята, получается? Мяско тушится. Это сегодня у нас как-то не поджарено получилось, как жаркое делаем. Ну пусть будет так. Значит, оно уже почти готово. Розмаринчику засыпем. То есть приправки сейчас насыпем. Все специи по вкусу, сколько вам надо. Все это насыпаем. Вот. Сыпем базилику немножко, много не надо, много сильно не надо. Перца тоже не взяли? Перцы, черный перец есть, да, у нас черный? Ага, перец есть. Так что приятного аппетита, еще раз вам говорю, кто смотрит. Вот так вот. Все это можно перемешать или не будем? Все это перемешаем, да? Чтобы мясо было вкусное. Все это
сюда. Все, теперь это все, как говорится, сверху заправляем овощами, картошечкой. Все сюда, ребят. Все. Вот так. Все это делаем. Горячо. Все это аккуратненько делаем. И листиком салата будем закрывать. Перчик давай, конечно. Сюда. Листиком салата. Перец ложим. Сюда его, ребят. Вот так. И сверху укрывай. Все, что ли, у нас? Больше нету? Кого? Давай. На. Ну. Все это, ребята, вот так укроем. Аккуратненько. Подушечку сделаем, чтобы томилось. Получится у нас том-ямчик. Сейчас это все закрываем, ребятки. Все это закрываем крышечкой. Все это томится. Немножко водички, ребятки, добавим. Совсем маленечко, чтобы томилось. И закрываем это крышечкой. Пок. Минут 15 это тушится. И выкладываем на стол. Сейчас я вам сделаю переходик. Переходик. Да, Кузя? На. Боится Кузя наш. Значит, переходик сейчас сделаю. И будем выкладывать все это уже на чашечку. Все аккуратненько, все красивенько, все прекрасно. Смотрите, не переключайтесь. Лайкосик с вас, с нас видосик. Поехали далее. Ну что ты, как думаешь, приготовился, нет? Что-то ничего. А? Как думаешь, приготовился, да. Нет? Поздоровайся со всеми. Поваренок вас приветствует. Считай. Теща, считай другой Сыри, рукой. Давай, ты... Ну, сиськи, письки, пальчик вынь. Сиськи, письки, пальчик вынь. Убирай палец. Сиськи, письки, пальчик вынь. Пошел отсюда. Сиськи, письки, пальчик вынь. Деловые, у меня теща открывает. Так, ребятки, значит, у нас все сготовилось, все прекрасно. Сим-салабим. Открывай, теща. Махалай, бахалай. Какой вкус у сегодня будет у нас? Вот оно, ребятки, вот оно. Вот оно, вкуснятина. Ой-ой-ой-ой-ой, как все здесь прекрасно. Так, ну что, ребята, вот, в общем, у нас получилось бугульме или бич-баршмак это, мы сами не знаем. Готовим по своему вкусу, как нам нравится, так и кушаем. Сыпем зеленушки. Вот оно. Так, ребятки, ну что, вот у нас, значит, блюдо все получилось, все прекрасно и хорошо, как вы видите. Вот такой вот прекраснейший ужин, как говорится. Сегодня у Людочки у нас первый день отпуска, так что мы выбрались на природу. Надо это, как и говорится, дело, я думаю, заценить. Как вы думаете, надо, нет? Так что заценим мяско. Мяско возьмем, вот, попробуем. И картошечку. Попробуй, как скажи. Вкусно или нет? Все еще горячее, ребятки. Просто нежненько. Просто нежно, ребята. Это ребрышки. Я не буду вилкой. Я просто возьму рукой с сальцом. Вкусно и аппетитно. Конечно, соли мы забыли. Соли. Ну, соль это вредно, это яд. Так что можно и без соли. Пора привыкать без соли. Так что всем приятного аппетита. Ты как, попробовал? Вкусно, нет? Проварилось, все нормально, да? Вот все прекрасно, все отлично, ребятки. Так что всем приятного аппетита, всем хорошего настроения.
пока лето. Выбирайтесь на природу, сидите, отдыхайте, жарьте, кушайте мяско. Скоро зима, это Сибирь. Так что всем хорошего настроения. Я взял, ребята, бутылочку небольшую, маленькую бутылочку. Мы сейчас аккуратненько посидим на стриме. Кто, ребят, не приходит на стрим, приходите к нам на стримы. Все, как говорится, на стриме. Выпиваем, кушаем. Шашлычки следующие сейчас будут. Следом будем жарить. Будем шашлычками также закусывать. Так что всем хорошего настроения, всем добра, удачи. До новых встреч, ребят. Не переключайтесь, сейчас уже будут новые ролики. Очень интересные. До новых встреч. До скорой встречи, мои киноманьяки.